Всем привет, с вами я, Лена Смирнова, и сегодня я расскажу, как сделать вот такую вот открытку ко дню студента. Это у нас не просто открытка, здесь внутри у нас скрывается приятный презент. Давайте начнем. Для сегодняшней открытки я использую бумагу фирмы Palazzo. Она отличается немного другой текстурой. Так, и начну я делать нашу открытку с того, что я сформирую коробочку. Коробочку я хочу сделать размером 12 сантиметров на 8 сантиметров. Высоту борта я сделала 1 сантиметр, поэтому я вырезаю прямоугольник размером 14 сантиметров на 10 сантиметров. Так, далее я переворачиваю прямоугольник и на расстоянии 1 сантиметр от края я провожу линию сгиба. И так я делаю с каждой стороны. Итак, далее нам для вот этой коробочки нужно сделать обложку. Изначально у меня был прямоугольник размером 14 сантиметров на 20 сантиметров. И сейчас я вам покажу, на каких расстояниях нужно сделать линии сгиба. Итак, первую линию сгиба мы делаем на расстоянии 1 сантиметр и 2 миллиметра. Вот эти 2 миллиметра мы закладываем для того, чтобы у нас коробочка спокойно выезжала и задвигалась обратно. Далее 8,2 сантиметра, далее опять 1,2 сантиметра, 8,2 и 1,2 сантиметра. Сверху нам нужно сделать еще линию сгиба на расстоянии 1,2 сантиметра, и там уже остаток, сколько у нас получится, сколько останется. Тут чуть меньше сантиметра. Так, далее нам нужно отрезать вот в этих частях, как у меня здесь сделано, и сделать вот такие надрезы для того, чтобы у нас вот так вот это сложилось и получился красивый вид сбоку. Теперь я все это склеиваю. Склеиваю я вот в таком виде. Так, после того, как мы сделали нашу основную коробочку, теперь я делаю саму открытку, которая у меня будет огибать эту коробочку. Так, здесь я отмеряю 8,3 сантиметра от края, делаю линию сгиба, дальше 1,5 сантиметра линию сгиба и также 8,3 сантиметра от края, для того чтобы у нас получилось вот так вот. Теперь смело можем приклеить эту нашу коробку вот сюда. Так, основа у нас готова, теперь нам нужно приступить к ее оформлению. Для начала я затонирую края.
чтобы нам сделать вот штучку, за которую нам нужно будет тянуть, я взяла вот такую вырубку из чипборда, привязала к ней вощеный шнурок. Теперь я хочу вот сюда на нее сделать натирку звездочки. Так, и теперь нам нужно нашу коробочку перевернуть. Отрежем небольшой квадратик, чтобы нам концы этой веревочки закрыть, и приклеим. Постарайтесь приклеить по центру. Итак, вот такая вот открытка у нас с вами получилась. Здесь внутри мы с вами можем написать пожелание, а внутрь положить что-нибудь приятное. Например, я положила пакетик кофе, ластик и две маленькие ручки. Если вам понравился мой мастер-класс, пожалуйста, поставьте лайк, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, пока!